Этот Бухсбаум уже явился? Да, господин Пиклер. Господин Бухсбаум здесь. Очень приятно, господин Бухсбаум. Я приму к сведению. При всех, что я идиот, я позволю себе заявить решительный протест. Прекрасно, господин Бухсбаум. Я приму к сведению и это. Ну, предположим, не идиот написал это идиотское письмо. И идиотское упрямство, с которым он держится за идиотский текст, тоже не идиотизм. Но дружеские пожелания налогоплательщикам — это уж идиотизм. Кажется, господин Бухсбаум хочет подвигаться со мной. Не хочет ли он при этом подорвать мой авторитет? Предупреждаю, Бухсбаум. Еще одно такое письмо, и я прогоню вас, деликатно говоря. Марш на место!